Федя что-то утащил и хомячит там. Кусь, там сердечек всего десяток был. Ага. Опа, яйцо размазанное, скажи так. Сейчас я помогу всем. Куся в пятницу уже уедет. Сегодня вторник, ребят. Жалко, не жалко, конечно, да. С какой-то стороны жалко, с какой-то стороны. И мы за ним будем очень грустить и скучать. Но недолго, потому что святое место пусто не бывает. И всех мы не в состоянии себя ставить. Какие бы они замечательные не были, какие бы они компанейские не были. Ой, Мишанька идет, гляньте. Мишаня идет. Мишенька, иди сюда, малыши. Егор, ты всех сам... Глянь, бандитник, а? Погнался за ним. Я сейчас уберусь там, и там тоже обязательно будет фуршет. Обязательно. Только на большом, на здоровом подносе. Глянь, Славика уже не трогает Егор. Он совсем друг. Просто его надо игнорировать. Он дурачок у нас. А если его проигнорировал, он рассей, дальше пошел. А если ты испугался, ответил ему, он все, за тобой будет гоняться, придурочный. Егор. Так, со Славиком не надо отношения выяснять. Слышь ты? Ты. Сейчас выщипаю тебе шерсти клоки. Славян, иди, иди кушай. Славика говорит, а где моя куча корма-то? Что за маленький подносик, да, Слав? Славик, скажи, что за маленький подносик? Где моя куча корма? Вот она, пиявка ползет, гляньте. Опа, спустилась. Корму оценили прям, гляньте. Понес. Ну, обязательно на палас, блин. А, это Клава. А там Федя. Федя, гляньте, порядком побольше. Клавка, Федька. Федька, иди сюда. Федька. О, девчонки подтягиваются. Короче, не знаю, если бы не Люля, вот тут Риша пришла, в принципе, можно все оставить вольер открытым. Пьер ушел в тот вольер, кстати.